Восьмиклассница второй коряжемской школы Марина Якимова уже давно не ходит за одеждой в магазин, куда интереснее самой придумывать образы и пополнять гардероб эксклюзивными новинками. 15-летняя ученица школы дизайна одежды Маделина – дебютант регионального конкурса «Фасон-2018». Она намерена заявить о себе сразу в двух номинациях – «Школьная пора» и «Городской стиль». Рубашка у меня уже есть, она сшита из джинса с принтом совушек. Брюки будут очень интересные, у них особенный крой. Здесь будут манжеты, здесь такие оригинальные нестандартные карманы. Школа дизайна одежды Маделина – дома детского творчества, можно сказать, ровесник областного конкурса «Фасон». Он дал старт развитию коллектива и задал высокую планку начинающим модельерам в реализации своих творческих задумок. Воспитанницы Оксаны Гладышевой не раз становились призерами и победителями регионального состязания среди любителей шитья. Мы очень рады, что конкурс возобновился, потому что есть у нас достойные участницы, девочки, которые много лет занимаются в этом направлении. И он, опять же, способствует повышению профессионального мастерства, потому что проверяется качество изделия, это немаловажно. Помимо качества выполненных работ, жюри будет оценивать их оригинальность и актуальность последним модным тенденциям. В конкурсе могут принять участие все любители шитья и рукоделия, а также профессиональные швеи. 10 номинаций разработаны не только для тех, кто придумывает и шьет различную одежду. 3 из них – «Мечта хозяйки», «Территория детства» и «Стильный акцент» – для любителей украшать квартиру шторами и гардинами. Оценят жюри и рукодельниц, которых тоже в Коряжме немало. Вязание, вышивка, валяние, гелиоширование, изготовление игрушек, украшений, а также аксессуаров для питомцев. Эти и другие направления объединены в номинацию «Радуга творчества». Прием заявок на региональный конкурс «Фасон-2018» идет до 5 февраля в местах нахождения региональных комиссий. Площадки открыты в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Котласе и Коряжме. В нашем городе желающих принять участие в творческом состязании ждут на Пушкина, 15, в отделе торгового дома «Калаш».